Всем привет! Мы едем в горную Аджарию. Посмотрите, чудо природы. Сильно видно разграничение. Я, кстати, впервые такое вижу. Обычно, ну, не настолько прям это заметно. Мы едем в горную Аджарию на выходные отдохнуть от батумской суеты и пыли. Иногда хочется тишины и спокойствия. Мы там тебе гостей везем. Да? Да. Вот смотри, там несколько автобусов. Комарчу, иди да. Молодцы. Пес, привет. Слышите, как птицы заливаются? Я представляю, как завтра я проснусь под пение птиц. Зимой здесь камин разжигают, проводят дегустации. Мед, сыр, чурчхела, вино. А здесь наша комната. Сейчас я вам ее покажу. Мы, когда приезжаем, здесь останавливаемся. Это вид с балкона. Я обычно сижу на балконе, пью чай, слушаю птичек и любуюсь вот таким видом. Вот так выглядит наша комната, где мы останавливаемся. Полотенце, мыло, здесь все есть. Душ, туалет, тоже все на этаже. И здесь очень вкусно пахнет деревом и дачей. У меня сразу очень хорошие воспоминания из детства. Я пошла прогуляться до водопада и мельницу вам покажу. Здесь еще есть музей, но я туда уже не пойду, туда надо на машине проехать. А до водопада прогуляюсь с удовольствием. Там обычно продают еще сыр, вино. Он здесь как раз недалеко. Надо с горки спуститься. И все. Покажу вам дорожку. Послушайте, как птицы поют. Вот мы уже подходим к водопаду. Здесь, видите, продают разную продукцию. Мы как-то здесь сыр покупали. Он очень долго хранился. Такой был твердый-твердый. Ну, на любителя, конечно, все. Также можно все продегустировать. Добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, водопад, кстати, небольшой. Сейчас подойду поближе. Здесь надо аккуратно. Оп. Так, ладно, камеру выключу. Потому что надо аккуратненько забраться. Панораму сейчас покажу. Все, я спустилась без происшествий. И мельницу сейчас покажу. Она до сих пор в рабочем состоянии. Водяная мельница. Вот так это все выглядит, ребят. А вот этот белый домик, это и есть сама мельница. Я сейчас покажу вам.
Она до сих пор в рабочем состоянии, ей пользуются. Ну кто вам еще такое покажет? Ну что, все, наша экскурсия закончена. Я иду обратно, потому что Олег Леонидович... Господи, это корова? Блин, напугала. Что это? Вы слышали? Как будто шакал или это корова. Шок-контент. Это корова. У страха глаза велики, я аж испугалась. Ну, ты, наверное, сама меня боишься, да? А это старый-старый улей. У нас рыба, курица, мчадь. Я обожаю мчадик. Когда сюда приезжаю, всегда его ем. Сыр, салат свеженький. И сейчас еще будут хачапури и какое-то местное блюдо. Я не помню, как называется. А кто ты знаешь, что хачапури будет? Всегда. Всегда есть. Я сказал, что сегодня не делали. Здесь домашняя кухня, и они даже сами варят компот. То есть не какой-то там сок магазина или кола или еще что-то. Все домашнее, натуральное, все очень вкусно и сделано с любовью. Это не реклама, это просто рекомендация. Мы сюда приезжаем уже на протяжении 5 лет, и если бы было что-то не так, мы бы сюда однозначно не ездили. Вот, поэтому, ребят, рекомендую. А вот и домашний компот нам принесли. Очень вкусный, варят сами. Класс. Стол накрыт, мы садимся обедать, ужинать. Нам приятного аппетита, ну и вам тоже, если хозяин вы постарался, кушаете. Вот все приготовил. Да. Вот Рустом, хозяин этого дома. И вот этот стол приготовила его супруга. Сейчас мы будем пить домашний компот. Розовый и светлый компот. Все, приятного аппетита. Компот. Вино, вино домашнее. Нельзя говорить вино, компот. Всем привет-привет! У нас даже здесь есть зеркало на остановке. Можно делать селфи. Ты охраняешь шашлык? Нет, я готовлю. Я готовлю, смотри, какая красота. Ну, кстати, уже пахнет бараниной. Все собаки уже собрались. Ну, вообще сделаешь. Шикарнейший будет.
Шикарный шоу, ребята. Будет такой. Массивный. А, на шампурах он? Да. Массивный. Он не сгорит, шашлык? Нет, костер там, а мясо вон где-то, чтобы добавить, если вдруг что-то, ну, на второй заход, чтобы было. Как он сгорит, и что? Так, ну что, это шашлык, сейчас еще будет салатик, будем садиться ужинать. А ты что, ты будешь чай? Не, я буду чай, я не буду это мясо. Это все для меня и для Рустома. У нас завтрак в грузинской деревне. Омлет, два вида хачапури, сыр домашний, кекс, чаек. Посмотрите, какой классный вид. Мы сейчас завтракаем и хотим заехать в музей, а потом едем в Батуми. У нас сегодня гости прилетают из Израиля. Привет. Всем приятного аппетита. На фоне едет машина. Что хочу сказать, наши выходные прошли супер, а ночью я слышала, как выли шакалы. Они подошли близко к деревне, видимо, их было много, и везде темнота. И шакалы. Прям как-то было жутковато. Потом мы наблюдали, как собаки гоняли лисицу. Я проснулась от пения птиц. Был очень классный завтрак. Отличный ужин был. Мы жарили мясо. В общем, выходные прошли на ура. Классная перезагрузка после шумного Батуми. Если есть возможность, обязательно приезжайте в горную Аджарию отдохнуть. Слышите, даже как птички на фоне поют. Здесь очень классно. Я люблю сюда приезжать. И ставим лайк. Желающие посетить горную Аджарию с грузинским застольем, песнями, танцами, а также незабываемую поездку в Бахмарос с пикником на вершине горы 2050 метров над уровнем моря, обращайтесь к нам, мы организуем вам отличный отдых. Камарджоба. Научиться не могу по-другому. Здесь тоже застолья проходят. Это у тебя получается от каштана, да? Каштан. Угу. Это шашлыковый угол есть, да? Да, да. В маркете. Да, здесь да. Не пойдет. Понял. Да. Есть большая температура. Быстро, как быстро разгорается уголь. Смотри, пламя какое просто. Угу. Вот так люди работают с металлом. Свинец, мы сейчас из свинец делаю улья. Ага. Под какое ружье? Что? Улья под какое ружье? Вот это ружье. А
Они у тебя рабочие, да? Можно стрелять их, да? Или как муляж сейчас? Есть там рабочие, есть там бутафория. Да. Эта печь работает сейчас электрическими двигателями. Старое время вот такой 2 мех. Да. Здесь 2 клапана, утром еще 2 клапана, там где технология дает постоянный подача воздуха. Если от вентилятора откручивает, будет работать, да? Да. И вот такой Рассай. Психология большой тест. 1 месяц прошло, еще вернулась. Опять начал. Полтора года делал, да? Нормально. Здесь налево и сделаю поле. Сколько грамм пуля весит это? Не знаю. 13 миллиметров. Ага. Можно ехать 20-го калибра. Ага. Свинец. Угу. Руки не трогай. Не, конечно. Я трогаю. Вот такие у нас пули получились, они круглые, это старая технология, плохо фокусируется, но понятно. Наша следующая локация – это музей. Так выглядит музей снаружи. Здесь собраны старинные предметы, мебель, оружие, домашняя утварь, изделия из древесины, серебра и глины. Музей находится в здании мечети, которой более 2 веков. Это 3-этажное строение, первый этаж которого построен из камня, а второй и третий этажи деревянные. Вход в музей стоит 3 лари. Thank you.